В общем, мы разобрались там с двигателем, головку снимали, шлифовали все прокладки, масла, антифризы, все поменяли. Вот, и все равно горит check engine, и это старая проблема как бы не ушла. То есть после 2000 загорается двигатель неисправен. Вот, в общем, вернулись к тому, с чего начали. После всех этих разборов там, замен прокладок, голов, этих колпачки масляные, притирка клапанов там, голову повело. В общем, это как-то удручает, конечно. Уже на оптимизм не остается у меня лично сил. Ну, еду к слесарю компьютером проверять ошибки. Еще там какие-то недочеты сейчас исправлять будем, решать там. Ошибки там какие найдет. Check engine как-то там. Посмотрим, в чем дело. Что-то стучит вправо снизу в районе колеса при трогании. Стук какой-то. Может, там что не докручено. Подвеска там или подрамник. Сейчас будем выяснять. Как раз было столько, 5,2. А мне тоже стоит свежий. А многие, когда, короче, мотор отъебываются, не заморачиваются, не покупают новый вот этот блок, а берут старый, потому что он такой же, блядь. Берут, ну, от него поддон и собирают на нем, блядь. То есть есть мысль, что ему... Какая красота природы в окрестностях Торбеева, железнодорожного. Я тут тестирую. На двигатель неисправен. Зажегся. О, зажегся. Двигатель неисправен. А двигатель неисправен, при высоких оборотах все равно появляется. Значит, это что-то там, шланг там какой-то. Испортился, короче. Сейчас будем показывать красивую зимнюю российскую, нашу русскую природу. Блядь. Вот она, природа русского человека. Понаставить везде лежащих полицейских. Совсем забыл сказать, в районе Торбеева здесь совершенно потрясная рукотворная гора. Здесь открывается за этим полосатым забором. Это, наверное, Билайн поставил забор. Лада Ламборгини. Лада Пагани Зонда. Из ДР Император. Ладо Ламборгини. Вот что попадается в железке. Какие тачки. А когда он ее помоет, это будет вообще просто шедевр. Так вот. Там у нее и ламба двери, и выхлоп посередине, и вообще, и оконная линия задирается под конец кузова там кверху. В эфире Бородач тест-драйв. Тест-драйв от Бородача. Вот этот датчик слетела, вот эта трубка, вот в чем дело было. Находится около масляной пробки. Так. Ну, сейчас нет ошибок.